Страшные скидки. Всем привет! Лето в самом разгаре. И чтобы осенью не было мучительно больно из-за того, что вы не попробовали этим летом чего-то новенького, самое время действовать. Например, освоить катание на байдарках. Некоторые сайты уже сейчас предлагают надувные байдарки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Замечено, что многие при слове «байдарка» или «каяк», что, кстати, технически одно и то же, подразумевают некую усредненную узкую длинную лодку, даже не подозревая, что под этим названием скрывается несколько совершенно разных по свойствам классов плавсредств. Класс «Waterfly» – один из старейших и самый проверенный подкласс надувных байдарок. Этакие мощные внедорожники, если сравнить с авто. Тип корпуса имеет одинаковую структуру – два независимых характерно изогнутых баллона и днище той или иной конструкции, вклеенные между ними. Такая форма баллонов дает лучшее соотношение между отличной всхожестью на вал и минимального поперечного сечения, которое является показателем парусности. То есть, чем оно меньше, тем лучше лодка идет против ветра. Но лодки класса «Waterfly» не могут похвастаться высокой скоростью хода, подходят новичкам. Класс «Варвар» – класс, полностью противоположный предыдущему. Если сравнить с автомобилями, то это, пожалуй, гоночные автомобили для ралли. Байдарки стремительных форм, быстрые, верткие, но не такие остойчивые, как «Waterfly». Конструктивно байдарки класса «Варвар» представляют из себя корпус продольного раскроя, очень эффективной гидродинамической веретенообразной формы. Класс «Аргон» – проверенная форма плюс простая и надежная конструкция. Истинный универсал, который в зависимости от конкретной модели может иметь усиление или ослабление тех или иных свойств. Основные достоинства – надежность, универсальность и минимальная цена. На сайте «Эпул» байдарка «Intex Challenger» с ручным насосом и алюминиевыми веслами сейчас продается с 12% скидкой за 14 998 рублей. Грузоподъемность 160 килограммов, двухместная, подходит для активного отдыха на воде, например, на озерах и на быстрых реках. Обтекаемая форма корпуса обеспечивает особо легкое скольжение, а надувной пол повышает комфорт, безопасность и, что немаловажно, улучшает маневренность байдарки. Высокий уровень безопасности также обеспечивают три независимых надувных отсека с клапанами типа «Бостон», пол и борта лодки. На сайте «Декатлон» надувная байдарка «ИТВИД» сейчас продается за 27 999 рублей. Рассчитана на 2-3 человек массой 230 килограммов. Боковые баллоны и широкое надувное дно обеспечат лучшую устойчивость. Приподнятое сиденье удобно для отдыха и гребли. Легко надувается за 10 минут с помощью ручного насоса. На сайте «Озон» байдарку «Щука-1» сейчас можно купить со скидкой за 15 тысяч рублей. Это легкая одноместная надувная байдарка для походов выходного дня и длительных туристических походов. Байдарка состоит из тканевой шкуры и двух вставных надувных камер из прочной многослойной пленки «Сэндвич». Поперечная жесткость обеспечивается тремя межбаллонными распорками. Днище из лодочной ткани не надувное. Сиденье несъемное, представляет собой полосу ткани, вшитую в бортовой шов. Груз размещается под сиденьем, а также на деке перед гребцом в большом отсеке на молнии и за гребцом. «Щука-1» имеет малую осадку и плоское дно, поэтому отличается большой маневренностью и высокой проходимостью. Благодаря отсутствию продольного каркаса «Щука-1» не боится повреждений при перевороте в пороге. На сайте «Холодильник» надувную байдарку «Стрим» сейчас можно купить за 33 750 рублей. Это узкая, быстроходная и многофункциональная лодка. Конструкционные компоновки таких лодок проверены временем. Охотники и рыболовы Крайнего Севера испокон веков пользовались байдарками для покорения суровых морей и неприветливых рек. Каркасно-надувная байдарка – маневренное и легкое судно. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!